Привет всем, с вами я, Данила Громов, а.к.а. D104X, и тут случилась такая интересная ситуация с моими бутсами, из-за которых я, к сожалению, на некоторое время выпал из футбола. Почти год назад я снимал видеоролик про бутсы Adidas, которые, к сожалению, развалились спустя 2 месяца. Тут я поставил новый антирекорд и смог разбить неубиваемые бутсы за 7 матчей. В конце 2020 года у меня порвали свои бутсы, и мне пришлось приобретать новые. Вот так вот они выглядят, это не настоящие Nike, это мы с рынка купили, потому что, к сожалению, в моем городе приобрести качественные бутсы достаточно сложно. Когда я пришел, мне говорят: «Дань, это неубиваемая обувь. Ей просто ничего не сделаешь. Будешь играть сколько захочешь. Будешь чуть ли не до конца жизни играть». Наебал. Как вы понимаете, я этим словам поверил. И если этот видеоролик сейчас вы смотрите, то вы можете также догадаться, то что... Ну, им пришел крындец. Левая бутса еще выглядит более-менее. Но то, что справа я сделал за 7 матчей, я просто не знаю. Ну вот как? Как за 7 матчей можно неубиваемые бутсы превратить вот в это? Проблема заключается в том, что на данный момент у меня было мало денежных средств, потому что сейчас у Дианы будет день рождения, у Влады и у мамы. У всех будут праздники, и нужно тратиться именно на их. И купить себе бутсы, к сожалению, я не мог позволить. Однако, чудо чудесное, мои подписчики, как всегда, меня удивляют и помогли мне накопить не только на бутсы, но и на все подарки вперед. Хикара Орландо купил рекламу на 25 видеороликов, поэтому в ближайшее время ждите чуть ли не до лета, наверное, видеоролики, в которых я буду его рекламировать. Канал Данила ТВ задонатил мне почти 3000 рублей за один стрим. Камон, я вот таких еще 3 пары бы мог купить. Канал Perfect Land донатит евро. Опять у него уже эта прекрасная традиция, которой я, конечно же, рад был воспользоваться, потому что бутсы мне очень сильно нужны. Нарек, Фофлор, Дисыч ТВ, всех ребят, которые мне задонатили, я ссылки на их каналы оставлю в описании. Всем спасибо. Ну и чтобы этот видеоролик был как-то поинтересней, как вы понимаете, сегодня я иду покупать себе бутсы. Ну а так как времени на моих невидимых часах уже слишком много, пора выдвигаться. Первомайские просторы. Я не знаю, как там по звуку, ветра как такового не должно было быть. Я в лесу живу. Короче, я сейчас выдвигаюсь, так-то Диана должна со мной поехать. Не знаю, сможет она или нет, но я иду сейчас в сторону Дианы. В идеале я подбираю Диану, мы идем в магаз, покупаем. Ну а вечером, возможно, будет футбол. Так что посмотрим, что как получится. Let's go! Походу, я возьму не футзалки, потому что футзалки какие-то слишком деревянные здесь. Одно время я играл вот в этих футзалках, ну это не футзалки, а сороконожки. Я в них отбегал целый летний сезон, но, к сожалению... Блин, к сожалению, размер не подходит. Сейчас будем искать что-то другое. У нас просто в прошлый раз с тобой был опыт, когда мы покупали. Мы купили, ну, мы тоже мерили и взяли бутсину. Она была другого размера. А на платье нет, они разные. Вот это прям другой размер. Давай посмотрим. Все, мы купили мне футбольные бутсы. Сейчас, Владик, ты что нажимаешь? Я ничего не нажимаю. Точно? Нет. Все, мы купили футбольные бутсы, и сейчас мы вам их продемонстрируем. А Влад, как оператор, поможет мне оценить их. Хорошо? Хорошо. У тебя же синие были. У меня были синие, да, у меня они дома есть, а синие, но они летние. А вот сейчас мы купили мне в зал играть. Ага. Они, конечно, сороконожки, но в зале должны пойти. Я в таких уже примерно играл, и было хорошо. Как тебе на вид? Хорошие. Давайте наберем 1000 лайков, и тогда мы Владу тоже купим бутсы. Давайте. Поставьте лайки, ребята, за 3 секундочки мне купили бутсы. Золотые слова. Осталось только опробовать эти бутсы в деле. Yeah. Да? Да. Погнали? Погнали. Yeah. I said, what's up, y'all step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, spitting raps like the sun, fire blast out my tongue, staying forever young, if you play me, you're done, look out, I'm about to make it, I ain't faking, woofers breaking, and these bands have all been waiting, patiently to see me take it, I don't think that it's time to stake it, call me Drake, the chance I'm taking in, I make all of these statements, cause my mind's never complacent, yeah. Lately I've been on some different shit. I'm making beats, filling seats, man, it's fucking lit. And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fifth. I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I keep my head down, grind up, moving on.
Keep my mind clear as I write every song. Nothing's off limits, no opinion. Вот такой вот сумбурный видеоролик получился. Что можно сказать по бутсам? В принципе, они мне удобны, хоть слегка и маловаты. При этом вы видели, что некоторые голы я все-таки смог забить. Да, в первой же игре они уже чуть-чуть испортились. Но при этом, если они продержатся больше 7 игр, как по мне, это успех. Потому что прошлые стоили дороже, и они были хуже, честно говоря. Если вы еще хотите такие лайв-видеоролики, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Данила Громов и KDS4X. Всем спасибо. Всем пока!